24 мая ежегодно во многих странах отмечается День славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника неразрывно связаны с чествованием святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян, создателей славянской азбуки. О том, как этот день прошел в нашем городе, смотрите в следующем материале выпуска. Великий дар, оставленный нам братьями Кириллом и Мефодием, определил духовное единство славянских народов. Славянская азбука легла в основу национальных языков, открыла путь к укреплению взаимопонимания между людьми. В этот день Кирилла и Мефодия вспоминали не только в России, но и в других уголках света, где хоть и говорят на разных языках, зато с гордостью носят имя славяне. Празднование Дня славянской письменности и культуры стало доброй традицией, которую всегда активно поддерживают студенты и преподаватели славянского филиала Кубанского госуниверситета. Именно на территории вуза расположен храм в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Оттуда и направился к центру города первый крестный ход. Второй начал движение от Свято-Успенского храма. После соединения на Театральной площади Славянска на Кубани состоялось торжественное богослужение. Сегодня воистину празднуется великий праздник. Он ознаменован не только как праздник церковный, где церковь прославляет святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. Но он сегодня в нашей стране ознаменован как и государственный праздник. И вместе с нашим народом, с нашей церковью Христовой празднует весь народ этот великий праздник. Наша история построена на вере и культуре, и подобные мероприятия организуют именно для того, чтобы сохранить наследие великих славянских просветителей. День славянской письменности и культуры крайне важен для многонациональной России. Он объединяет не только славянские, но и другие народы, перенявшие и сделавшие кириллицу основой своей письменной культуры. Русский язык и русская письменность позволяют сохранять, развивать свое национальное самосознание разным народам, позволяют ощущать им себя единой, неделимой семьей. Для многих славянцев День славянской письменности и культуры не просто праздник, а день, когда можно прикоснуться к истокам нашей истории. Так как они учителя славянской письменности, они открыли нам окно к знаниям, алфавит составили русский. По национальности они греки и составили нам славянский алфавит, с помощью чего мы теперь можем читать, развиваться. И поэтому этот праздник, он очень важен не только как православный, он еще и государственный праздник. Мы пришли поклониться святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, потому что они дали нашему народу русскому слово, письменность, культуру. Мы смогли читать книги, писать стихи, заниматься науками, литературой. В общем, добиваться успехов в нашей жизни, в труде. Горожанам также пришлась по душе выставка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, которую организовали сотрудники учреждений культуры города и района. Все желающие могли поупражняться в смекалке и находчивости, складывая из предложенных букв слова и предложения, разгадывая смысл зашифрованных посланий, читая замысловатые значки-символы и постигая берестяную грамоту. И даже написать свое имя настоящим пером и чернилами, что не у всех получалось с первого раза, но доставило немало удовольствия. Надежда Неткачева, Александр Косицын, программа «События».